Молодежные новости с самыми яркими событиями этой недели. Здравствуйте! И в этом выпуске вы увидите. Весенний переполох в Нарвском молодежном центре. А также чемпионат Нарвы по плаванию. 19 и 20 марта в Нарвском молодежном центре для девочек от 10 до 14 лет прошло мероприятие «Весенний переполох». Что там происходило, смотрите далее. 19 и 20 марта в Нарвском молодежном центре прошел «Весенний переполох». Мероприятие было посвящено Международному женскому дню. Проводилось впервые, и в нем приняли участие только девочки. Кроме местных участниц, также были гости из Ивангорода. В программе были различные обучающие мастер-классы. За 24 часа девочки узнали много нового о приготовлении еды. Каждая создавала свой салат, придумывала ему название и презентовала. У нас была идея сделать для девочек что-то на 8 марта. И мы решили делать это не 8 марта, потому что это был день недели, а сделать это на выходных, потому что это было и нам удобно, и девочки уже как-то от школы отдыхали. 20 марта мы с девочками пошли в Суши Сил, где их учили, как правильно изготовлять суши. Каждая смогла сделать себе по рулетику, а потом они за чашечкой чая их вкусно кушали. Итогом весеннего переполоха стали обратная связь от участниц и награждение. Каждая девочка получила диплом и небольшой подарок от Нарвского молодежного центра. 24 марта в Нарвском бассейне прошел чемпионат по плаванию. Подробности смотрите в нашем репортаже. Всем привет! Сейчас мы находимся в Нарвском бассейне, где уже начался чемпионат Нарвы по плаванию. Давайте тоже понаблюдаем за ним. 24 марта прошел чемпионат Нарвы по плаванию. В этот раз организаторы поделили участников на три группы. Первая группа состояла из ребят с 2000 года рождения и моложе. Во второй группе были юниоры 1998 и 1999 года. А третья группа состояла из ребят с 1997 года рождения и старше. Как сказал организатор, на этот раз дали возможность поучаствовать ребятам с 2004 года рождения по 2006. Чемпионат Нарвы по плаванию проходил второй раз. Первый проходил в декабре 2015 года. Молодежные новости подошли к концу. Спасибо за внимание и до новых встреч! Я так хорошо начала и так клево все испортила. Вы себе этой недели. Здравствуйте, с вами Екатерина Копанева. К сожалению, вам было так хорошо смотреть, они закончились. А вообще,